Вот здесь начинается территория Шеридарь, возле леса, проходной пункт, административное здание, и там вот коттеджи. Сейчас я проедусь к нашей самой крайней избе и все покажу. Интересно, есть ли кто-нибудь в этой избе? Тук-тук. Есть кто дома? Никого нету? Прекрасный солнечный день нас встречает. Будем сажать кедры сегодня опять. Взрослые уже 10-летние. С закрытой корневой системой хорошие. Все приживутся. Вот такая тут прекрасная столовая. Здравствуйте. Волонтеры голодные. Еще не работали, а уже пришли. Вау, все по вегану, класс. Вот это я понимаю, сервис. Даже суп вегетарианский. О, приятного аппетита всем. Спасибо. Будем здоровы. Спасибо, Олечки. Идем в хвойный лес, взять немножко опада для того, чтобы создать микрофлору с саженцем кедра, так как здесь никогда не росло хвойных деревьев. Вот здесь, где оно стоит, это мы разметили уже, где надо будет посадить. Сейчас мы дальше еще разметим новые деревья. Яма где-то, наверное, 50 на 50 диаметр и глубину. Прямо на дно. Да, червяки ее с удовольствием съедят. Подсыпем земли. Можно в перемешку уже вот с этим, то, что мы набрали, немножко. И сейчас подожди, вот да, молодец, перемешал. А теперь небольшой слой просто сверху засыпаем, потому что органика, когда гниет, она нагревается. Чтобы она не жгла микрокорни, небольшой как бы изоляционный слой. Во, видите, все. Дерево России! Дерево России! Мне люди должны сказать спасибо за песок и солнце, свет.
Здоровье! Здоровье! Деревня! Здоровье! Простите! Это бомба. Пауч.